Всем привет! Меня зовут Дима, я рад вас приветствовать на своем канале, посвященному домашнему алкоголю. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен приготовлению цитрусовому ликеру. Мне понравился очень ликер лимончелло, и на основе его мы сделаем не с лимонами, а мы сделаем с цитрусовыми. Два лайма, лимон и апельсин. Давайте попробуем сделать и посмотрим, получится ли такой ликер, как с лимончеллой, у нас с цитрусовыми. Делаем в конце какой-то итог, стоит или нет делать такой ликер цитрусовый. Приступим к изготовлению. Наши цитрусовые мы хорошо помыли перед тем, как будем снимать с них цедру. Так же, как с лимонами, мы снимаем верхний слой кожуры без желтой корки, чтобы у нас не горчило. Берем овощной нож и снимаем быстро цедру всех наших цитрусовых. После чего мы засыпем все в нашу банку, которую мы подготовили, и зальем нашей водкой. Так, этот нож само то подходит для этих работ, потому что если даже мы возьмем острый нож, это у нас занимает очень много времени, а как вы видите, что таким ножом очень быстро получается снять цедру с цитрусовых. Лайм, конечно, маленький, не так быстро получится, но очень быстро получается снять цедру. Вот, уже практически апельсин наш готов. Сейчас еще немного осталось. Вот, он весь, как вы видите, очистился. Вот, полностью не осталось цедры. Немножко разлетелось. Давайте, наверное, все почистим, потом уже заложим все полностью в банку. Так, лимон. Вообще можно брать все цитрусовые и грейпфрут, что вы хотите. Ну, я как-то грейпфрут не взял, потому что, во-первых, грейпфрут он сам горький. Его цедра тоже будет горчить в нашем ликере. Поэтому берите, что вам нравится. Я взял такие вот цитрусовые. Так, лимон готов. Корки получаются не такими большими и длинными, как у лимона и апельсина. Но это ничего, зато аромат, конечно, лайма будет, скорее всего, преобладать последующем уже в готовом ликере, потому что он очень ароматный, даже это слышится, когда вот сейчас я почистил, само сильно пахнет лайм. Ну, мы потом увидим, что у нас получится. Потом можно взять чего-то больше, чего-то меньше в наш ликер. Ну что, почистили мы наш лайм. Теперь нужно нам понадобится нашу цедру, укладываем в банку. Этой цедры будет достаточно, так как у нас объем спиртовой нашей основы, а именно у нас водка, пол-литра. Я думаю, этого будет достаточно. Так, открываем водку. Самая простая белорусская водка. Заливаем нашу цедру. В принципе, я вот вижу, что по объему водки, объема цедры такой вполне хватит. Я думаю, и для цвета, и для аромата этого будет достаточно. Что вот мы залили. Сейчас закрываем плотно крышкой и ждем 2 недели, настаиваемся. Ну что, ребята, встретимся через 2 недели, посмотрим, что у нас получилось, и продегустируем. Всем пока. Прошло 2 недели, и наша спиртовая основа под цитрусовый ликер настоялась. Смотрите, что у нас получилось.
цвет получился такой оранжево-желтый, такой даже, я бы сказал, прозрачный, но после разбавления его он получится мутный. Я заранее приготовил сироп сахарный. Здесь 500 грамм воды и 250 грамм сахара. Давайте профильтруем нашу основу. Берем банку побольше, лейка и небольшое количество марлевой ткани. Ну, можно и ватой заткнуть, но оно будет намного дольше литься. Давайте процедим ее. Так вот она совсем быстро течет. Я думаю, не займет много времени у нас это. Сейчас всю цедру сюда выкинем. Эта банка нам уже не понадобится. И вот, как вы видите, все уже практически не капает, все профильтровалось. Потому что не было мелких частиц, мы не резали цедру мелко. Так, все. Теперь соединяем наш ликер. Вливаем сахарный сироп. Теперь хорошо перемешиваем. Наш ликер готов. Давайте попробуем на вкус, что у нас получилось. Вообще нужно теперь 2 дня подождать, чтобы наш ликер отдохнул, охладился. Но я сейчас попробую на вкус, чтобы знать, чтобы вам рассказать, какой он получился на вкус. Смотрим по цвету, он мутно-желтого цвета, он очень похож на лимончеллу, но потому что мы тоже брали здесь лимоны. Давайте попробуем по запаху. На запах я не могу определить, какие тут цитрусовые, потому что здесь пахнет и апельсин, и лимон. Лайм, наверное, не чувствуется, но немножко есть такой аромат лайма. Он такой, как вы знаете, такой более такой маслянистый. Цвет мутноватый, непрозрачный. Я думаю, он цвет и не поменяет, если даже постоит пару деньков, отдохнет. Давайте попробуем на вкус. Легко пьется. Очень вкусный. Здесь примерно получилось 20 градусов, потому что у нас было спиртовой основы пол-литра и пол-литра воды. В цедру, я думаю, вряд ли бы спирт вошел, потому что там нету воды в цедре практически, я думаю. Давайте попробуем. Очень хорошо чувствуется алкоголь и сочетание цитрусовых. Мне он больше понравился, чем лимончелло. Вкус интересный, запах, аромат, конечно, цитрусовых раскрывается. Здесь очень вкусно. Всем советую попробовать такой ликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ваша реакция – это лучшая мотивация для меня. Всем пока!